что об этих фиксиков? Авторизация в ЛИСе, гильдии нет, что ли, что? Он вроде был тогда в ЗАЕСе, в Дискорде. Странно, почему просит постоянно. Что это за мобы? Не, я просто думал, что другой лис еще. Не, этот наш. Претерпал 270-й, спишь, нужен? Да не, фул же уже, надо РДДшника. Ну сейчас подожди, посмотрим. Бля, что-то я упырит. А мы смонули гриба, да? Или чё? Да. Бегу, знаешь. Что-то какие-то мобы тут бегают, агрессивные упыри. Опять Настюха нам подгон тут привела. Сагрила нам. Как? Ничего не было. Я все видел, не надо. Прилила под камень, просто вайпнула пацана. Блять, что-то у меня фризит на клиент ебаный. Ой, сознание теряешь, что скажи. Отвечаю, фризит, блять. Вот после последних обнов какая-то хуйня началась. Я вообще не знаю, в чем дело. Как вы? Вот... Кто он там, изи пвп ловер это, блять. Почисти кэш, релогнись. Да я уже сегодня клиент опять переустановил. Я уже хую знаю, что делать. Надо, видимо, винду сносить. Уже, блядь, 3 года не переустановлю. Откати ее в начало и все. Да я отключаю точку восстановления, как только ставлю винду. Так ты можешь в исходное положение ее снести и все. Устарела ссылка. Полинкуйте кто-то дискорд вот этого канала. Может быть, у вас не устоял. Так, я пока перезапущу клиент. Если тот лог не отписывает, то бери ретрик, наверное, 270, чё. Да, не отписывает. Я продолжаю. Угу, ну-ка еще на это. Вам кто нужен, лог? Да любой РДД. РДД. Любой РДД. Ханс. Он сейчас запад для видео, он как бы подходит. Я сейчас не ломал, да бью. На Рюгане уже что? Где мы на трэш? Сужир этот? А. Да, да. Ну я может успею. А это наш Ханс ПВП мод? Угу. Бухой. Чара. Бухой, ты слышишь меня плюс рейд? А где у него? У него нет. Значит, нашем... Нет, нет, Нургелор. Ай, Нургелор. Редвар. Я тут это Редвар. Это другой. Вагонец. Редвар, вагонец. Козы какого-то вагона взяли, вообще пипец. Так, а то, что я роль на кота, надо куда-то написать? Ты, я думаю, надо, вот, чтобы я об этом знал, и все этого достаточно. Ты знаешь. Идем, блядь, идем. РДД нужен еще. Так. Сейчас кровавый примут сумму. Ты на что меня покинул? Так, а тебе травму. Травму пойдет, если чем. Можно Аршам полутать? Ну, паролишь. Угу. Это самое, значит, 10-21 человек, будем стартовать, там пара человек у нас скоро идет. Блять, сука, поезд поставил. Это самое, идем трэш чистить, одно дело пока поищется там. Блин, поищешь, да? Да. Спасибо. Чё, по лутеру так же, я тебе все скидываю? Да, конечно. Тогда перед боссом будет. Есть лог 260-й. Демон. Бери, бери. Ааа, господи, что это? Кто, блядь? Какая С у кого? Это кто за ханта, блядь, так играет от Сэн? Все, я выключил. Пока я выключал гриб с дома, блядь. А нет, он говорит, я в детстве, не демон. Убери все равно. Я взяла. Что поделать, ты у нас тотемный СПД поставишь.
Что-то напольщики слакают, блядь. По КД даю. Сейчас дал. Не, не давал. Ну, сейчас не дал. Да не напольщики, просто огрозка в кому-то. Да, мне приходится одну ручку, но ту ручку не... Я жду шифрую на нём. Вот смотрю на хп мастера, такая боль. Я сейчас зебу заходил. У меня где-то шмот одет. Чтобы огромный натравить. Я говорю, ну шазеб, заходите ли у вас фу? На фу лок есть. Если что, на замене будет. Присоединимся. Значит, смотри. Даю войско через секунду. Сильнее заливать и через жуков. Через жуков играть. Сейчас большой подойдет, я его сломал. Главное структуру на трейдер разбить. Кокон в танках разбейте. Еще повыешьте в танках. Большого заберу, поставлю. Скажи, ники танков, пожалуйста. Ладно, одену шмот. Слуги в рейд хуярят больно. Там, блядь, милики рвут. Упали, бегите, упали, бегите. Побежали, убивать будем сейчас. Так, кто мне там фонит? Да? Ну-ка еще раз. Попалите дискорд, кто это так фонит. Все, нашел. Чек Норрис. Много лишних мобов, пиздец. Танки тащите на вход. Тут на входе нас просто расстреливают. Мы не успеваем добежать. Надо как-то упасть, я думаю, чтобы они отагрились. Мы так не зайдем в инст нормально. Ну да, вот вообще жопа. Подождите, ходите, я скажу, как отагриться зайдете. Вот кто есть, упадите. Раздавака, упади. Они на чемпионов заагрили. Заходите в инст. По одному тащу. Заходите. На ДК пошли. Забрал одну. Все хилы тут зашли, пускай. Все идут. Убегают. Где мои? Я не вижу, чем хп бы лучше добить. Слуг, слуг надо убить. Ебать, сколько кока. Ну понятно, ты сагрил всех четырех мобов. Их слуг всех троих. И жуков всю хуйню сагрил. Чего удивляться-то? Я сагрил только левых. Ну, почти. А еще этот дебил косты сбивает там вдалеке. Сейчас мы этого рослого петуха захуяли. Вон жука захуяли.
под морду не заходите. Как он заебал кастовать. Стандарт у него КД там секунд 30, наверное, да? А тут он, блядь, каждые 5 секунд пиарит. Подождите, дайте хилам попить. Дайте. Танк сколько? Назад, слева, назад, ушли слева. Все назад. Сейчас мы слева. Все охуенно, громкий, я молодец. Не заходите вот за эту черту, сейчас сниму. Просто в бою вы мне в инвест не даете войти. Значит, бейте сначала мелких. Скелет нахуй вам сейчас не нужен. Просто ему стан периодически давайте. Мелких убейте, они кое-кого накастуют. И из-под морды большого старайтесь выйти. Ходит как петух. Паука залейте тоже коконы построил. Мы уже сказали, не бейте большого, подождите, блядь. Танк кокон.
Ловушку разминировали, Роги, нет? Джесс, кому нужен? Да, наверное, всем. Чисто тряпок. 50 голды ремонт. Не понял. Япончик, а в магазин ушел. А че комбат висит? Тут япончик. Да. Давай. Ты сейчас такую историю расскажешь, да, ты пишешь. Сейчас перезайду, клиент кританул. А я это понимаю прям вовремя, да? А ты, япончик, там туалет кричал, да? А еще сортирный юмор будет? Юмор? Рассказывай. Сортирный, я говорю, еще будет? С облегчением тебя, пацан. Ты думаешь, он в сортире живет? Я думал, он уже умер. Я думал, это он сам с сортира в него входит. Ну, бля. Не знаю, как еще это сказать. Бля, сколько у вас дохуя с офигенным юмором? Сейчас они. Да, сейчас волшебники, волшебники просто приезжают. По КД. Я понял. Увидят ДПС раздаваки, и сразу юмор закончится. Вопрос, минута есть? Да, минута есть. Отошел минуту. Увидят, как раздавака умрет и. Сразу шутка мы просилась. Кулипал, пятая пати, ты в Диси? Плюсы не что-то в рейд, пожалуйста. Так, бафай кресты. Японец, ты слышишь? Да, я бафаю. Я. Чё бафаешь? Ну, а кресты. А можно два хила здесь прохилить? Наверное. Чё бафаешь еще раз, японец? Кулаки бафаешь? Я просто всем раздал. Что ты раздал? Кроты. Угу. Децетра у нас нет? Шинджитсу, ты тут? Хорош, молодец. Все, все паладины сюда дают, так должно быть хорошо. Леха, что там заходит? Разражусь. В принципе, Матиола, два друид, ну, друид и Аршам, все что, как бы. А рыба есть? Это Шам, это ничего. Шамагол, у тебя какой спек, ДД? Нету. Просто отец ДД есть? РДД и ДД? Есть, как бы, но... У меня три спека, Энх такой себе, сколько дашь? Очень мало. Вообще ничего не дам. Матиола. Жадный. Что тебе от нихуя не даст? Матиола, что есть? Сова есть? Чтобы им похилить-то, блядь, было что? Ничего нет. Ну и хильте в пятеро тогда, блядь. Ну хорошо. А как же маленький котик, который даст 4000? А чё, сразу... Где там котик этот? Так, раз так, мы все в Диси... Ну, сверканись да, котика по берегу. Посмотрим, как ему легко будет, нет? А у меня сета нет, камней нет, и чарок нет. Нормально? Ну, будь в хиле тогда. Это самое. Можно я спеку? По ролу. Таймлут идем, и если вы хотите рулить на тот спек, не в котором вы сейчас, скажите об этом мне. Или просите, или мне.
чтобы мы были в курсе. Я в курсе только за Эрдру в пятой пати, который рулит на кота. А за меня? Дайте баф. Японец на танк. Войт на ДД. Потому что танк фул. Остальные... Фул прицебаф. Вот, фул баф. Вы поставили. А, я бафнула рыбу, не поел. Опять бой. Да ёпт. Да вот, рыба стоит. Да потом поедите. У нас как вайпнемся. Чек на пути. Отдайте каску по присту. А, есть, сори. По паладинам каску обновите. Бафы по ДК. Бафы по ДК, да? Я крестики, не знаю, кто там из паладинов. Крестики каску бафните. По ДКшникам обновите. Каску, каску кулак. Кулак. Чин-джит, чин-джит. Еще на пули на кого первого? На звезду. Чин-джитсу, ты тут? Японец, каску, кулак по ДК. Владимир. Сейчас немножко подождем. Кулак каску есть. Паладины, каску. Каску, да, каску, да. Это был... Чудзиджи, ты уже дал, наверное, да, ДКшника? Попалом каску. Блять, это кто говорит, японец? Батя Фиксиков, ты тут? Спасибо. Да, я ж кулак бафаю. Нет, японец бафает кулаки. Окей, давай подошел. Ты будешь второй человек, который будет бафать каску. Я не хочу слышать эту хуйню постоянно, блять. Каску, каску. Все, ты да, твой отчет упуляем. Пока каску. Да просто не смешно. Че пугарейт, покажем? Какой у нас ДПС? А все, кто ниже, раздаваки. Вагоны. Че, я один ниже. Захил рейда, что могло стоишь в луже, это очень клево. Вагон. Смертельно. И нера по шамаголу заливаться. Больше в луже не стой. За спину, босс. Босс падает, сразу дальше идем. Песните просто и пошли дальше. Где там раздаваться не сложилось? 27к. Гриф там нихуя уже агро срывает такой. Закрутка. Чё там котик наш? Смотрим ДПС. 4-7. Так. 12-й. Если больше 4, то это дохуя. И я в конце ушла от босса, перестала его дамажить, так что стало меньше. 1992 у тебя там. Бухой и... Нормально. Ну, бухой пиздец, конечно. Слабо. Шипав часто вы, понятно. Ого, все пошли. Интересно, как они так все пошли? Да я что кинул? Я мудак, да. Потому что наверх... Потому что у них увеличены, блядь. РДДшники, выбираем череп, дамажим череп, беги. Милики, сюда не подходим, подохните. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепым.
Убьете череп, потом крест. Крест заявляется. Череп, поверьте. Не подходите сюда вообще, милики. Вы что, непонятливые? И хилы тоже. Стойте вот тут по углам, с краю. Просто одного танка он захилит. Все, крестик можно бить, крестик бейте. Все, кто упал, бежим. Давай это самое. Как-то поаккуратнее агри. Или ты специально это делаешь? Нахуй мне специально. Ну, блин. Давно в ЦВК не ходили, что ли? Давно паладина мне танчик. Танк должен кидай. Магом. И выйдется, и выйдется. Ну и хуй на него, пускай выйдется. Бейте то, что не выйдет. Может. Шо? Там я его вижу. Никто не танчит. Я вижу, что он выйдет. Бейте других мобов. Живет твоя жизнь. Да, он это вейт. Он убежал. О. Моба еще. Забери с меня этих петухов. Ебанутый крест, пиздец. Верьте, крестик, он не уядется, что заебись. Ты про чё, я понял, я что-то... До этого... Прости, я не... Прости ещё, блин. Ну я ж вежливый человек. Всё, хуярьте. Там дальше мобы будут опасные, крестик и череп. Вот их желательно по два не агрить. Шаман. Ай-яй-яй. Ну это не. Чья-то молния приехала. И с зелеными топорами мобы им под лицо желательно не заходить, и все нормально будет. Мой крестик, твои без мета. Крестик череп мой. Ты этого, или это. Квест же на Синдру сегодня, да? Да? Шукаем. Зато делаем. Беги, сука, беги! Чё там, 5 хилов? Хилим хорошенько. Инера залейте. В КД я ни одного инера не вижу.
А чё, кому и не надо? Чё, моголы? Да. Ходили бы вообще баса, ой, баса, мабату с руки побили, блин, там синяя джага висит. И не говори. Вот тело, сходи веточкой ему въеби. Открываемся. Один пристрелит его. Джага висит. Ноги там поставьте столики, возьмите по 80 штруделей, все ДДшники, тосманы. И хуярьте, пока я иду. Ну, я надеюсь, вы уже до этого это все сделали. У меня свой карточек есть. Что, могу? Что, могу, ты тут? Что, могу? Да, здесь. Ты и собираешься ману резать как-то, нет? Или чё, бой? Чё, бою, бой? бою. Хорошо, пуляем. Подожди. Ну, уже больной. Я? Ну, заходи, зайдёшь. Классно зашёл. Какая пальца? Первая пальца. Ты за воротами, да? Ну да. Я же сказал, подождите. А, кто это у меня? Лёшка. Лёшка. Красиво. Алин, тебя бэрнуть? Чё, убиваем или чё, просим? Делайте, что хотите. Пошли в жопу. Все равно комбат висит у всех. Сначала не слабый. Убивайте, похуй. Звучит пока. Тут бац, осколок падает. Конечно, блять. Я же сказал, подождите. Каску пошиману. Пять трэш. Моб заявился. На лестнице побейте, медики. Восстань и обрети истину. Арда, милики ваш мой. Убирай дрочила. Стопните по боссу. Трэш бьем. Сзади долбоеба ты зацепить. По хилам играю. Сыграем по тем долбоевым, которые играют по хилам. Все переводим. Правильно. Кто осколки видеть может, плюс вред. Нету, да, таких? Хочешь за пта зайду, все увижу. Что за... Ну, Лёха, по идее, может видеть. Да, Лёха может. Да. Когда он сделает, не может. Он не может. У него уже шея есть. Неправда. Он мне сегодня отдавал свеча осколок. Он сундука тебе отдам еще раз.
с трупа, с босса, он тебе, он его не увидит, потому что у него шеем сделано. С сундука видят все, блядь, абсолютно все. Я как-то раз босса видел. Один раз купил, да? Согласен. Голова. Вы убили? Да. А сколько нет? Сколько нет, это радостная новость. Идем Реле. Дальше. Реле, можем великана убить, пожалуйста? Так, а если квест нет на великана, то это... Да, их стоит. Просто много. Квестов. Я сейчас 4 квеста есть. На корабль. Толку ты сейчас, вот мы убьем великана, ты его все равно некому сдавать, можешь, потому что некому, да. Так что бесполезно это. Да, там не же успокойтесь, тоже... я же сказал, мы идем на корабли. Я просто уточнил. Не, там если моба нету, то ты не сдашь. Он просто хотел его сделать, но чтобы сдать потом. Не, я у японца спросил, он сказал, что можно несколько квестов сразу сдать. А я только из-за этого. Например, если в драконе по гости. На Синдру, который квест. Отверните дракона. Вы перед мордой-то не стоите. Он там сбоку стоит. Да мы все с удовольствием так его крутят. Нормально, да? Не, ну ты не вот. Ну давай вот этих двух петухов заебашь. Как не стоять под ебальником, если ебальник перемещается вместе с кем-то там? Вспоминаем, вспоминаем, ребята, РФ-ку. Тактика на внимательно взимать. Тактика галак. Подготовка к РС-25Г. К РС-мифик. В мифике там будет 4 лезвия. 8 лезвий, короче. Почему бой, блин, заебал? Чел, инста висит. Там, да там, может, мобы эти бьют кого-то из этого боя. Прыгнем вон с этого, с корабля вниз, нахуй. Сам прыгай. По идее, он после кораблей должен сбросить. Чё, проверим это дело. Не сбросите. Короче, правая пушка моя крайняя. В пушках сидят. Правая крайняя. Давай я. Нордлегион. Правая, рядом с правой крайней. Японец. Левая. А я. Кто тут встал? Это же выгнал меня, пипец, убери этого отсюда. Ладно, ты тут торт стой, а тут кто? Блять. Трукинг. А тут будет Трукинг, отойди. С левой крайней отойдите. Сюда сядет Гу и Невера. Ушли отсюда все. Не багайте пушки. Охуенно, ты никогда не прочел. Да, кстати, сядьте. Подожди, Бойд. Сядьте. Не будем забирать змеи, чувак. Lock of Nips. В мою пушку сядьте, у кого бой. Я возьму ранец, у меня нету, я хотя бы подамажу. Я ранец одену. Слева направо, вторая пушка.
На кораблях там просто почеркай, там, ГДшник, РДДшник. Там шазап идет, нет? Скай идет. Запустил. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Ты этот, на нашем мастере туда перебегу. Это понятно. Никогда не буду возвращаться с корабля. Перелетаете, перебегаете по крылу, если бой у вас. Аура коня. Что? Эройс, аура коня. Вы видите, что это там вдалеке? Ой, кто-то упал. Шамагол. Я его сейчас верню. Нет, нет, боя нету. Боя нету еще. Ну тогда это. Да, Шамагол. Значит, смотрите. Да. У кого не одет ранец, перелетать обязательно туда к большему количеству ДД на корабль, чтобы бить мага. Чем быстрее убиваете мага, тем быстрее пушки убьют корабль. Но быстрее мы убьем босса. Встаем возле звездочки, кто без ранца. Будем перебегать на тот корабль. Я там буду до конца оставаться. По крылу перебежите за звездочкой. Пошли. Кто-то ливнул с группы там, я так понял. Нет. Нет, 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 в порядке. Попиши там один слот. Может, гильдик. А кто там у нас хотел? Кто-то локом там хотел зайти. Я слышал. Ну, тот лок не зашел. Кто-то ретрик еще говорит. Короче, какое-то тело. Запомнить никак. Минзо. Шок. Что там, пушки не слак, там еще? Да, вроде нет.